Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу вам очень неожиданную и печальную новость. А именно, Блонди уезжает из виллы и теперь не будет сниматься в видео. Блонди снимается в сериале «Леди Диана» уже очень давно. Сейчас она в команде Кис и встречается с Заком. Блонди уезжает в Украину с целью встретиться со своими родственниками и порешать важные дела. А также с собой она заверяет Кокоса, котика, который стал любимчиком всех ребят на вилле. Ребят, всем привет! У нас уезжает Блонди! Сейчас будут все рыдать. Короче, Блонди уезжает, но она говорит, что вернется. И Кокос уезжает с Блонди, смотрите. Кокосик, тебя ждет долгий путь. Вот. Все, Блонди расплакалась. Да что ты плачешь? На чемодан. Все, Блонди съездит в Украину, порешает свои дела и... Вернусь! Вот! Все, слезы пошли. Не смывай их, пока не приедешь. Все, мы будем ждать Блонди. Ребят, короче, Блонди уезжает, потому что ей надо. Ей нужно порешать свои дела. Вот. Украина! Украина! Да, Украине от нас передавай привет большой. Мы все туда вернемся обязательно. Всем здоровья, встречи. Всем пока. Нет, не пока. Ставьте лайки. И скоро будет новое видео. Мы будем скучать очень сильно. Ну, обнимайте, Блонди, целуйте. Всем здоровья, встречи. Всем пока. Нет, не пока. Ставьте лайки. И скоро будет новое видео. Мы будем скучать очень сильно. Ну, обнимайте, Блонди, целуйте. Я не могу, я на роликах. Все, все потные, мокрые, меня обещали тоже потные, мокрые. По видеосвязи каждый день. Да. Блонди, Украину нам поснимаешь, мы будем ждать. Иди сюда. Томас, my best friend. Томас, передай всем привет. Мы будем скучать из-за... Ой, из-за Томаса. Ты Кокосом? Боже, бедненький, вот такая дорога. Все, мы будем скучать очень сильно. Так, все, хватит меня так долго. Все, Диана идет. Давай, идем, Блонди. Блондин, чемодан. Смотри, не упади, Диан. Я нормально. Бей, хочется фотографию. Кокос, садим со мной. Ярик. Блондин ждет очень долгий путь, очень сильно долгий. За всеми буду скучать. Всех обняла. Мы еще встретимся. Обязательно. Встретимся. Все, Блонди, давайте. Я еще тоже еще. Блонди, первая. Близились. Кстати, за последнее время Леди Диана сблизилась с Блонди, и теперь они чуть не лучшие подруги. Пока. За последний день мы сблизились. Да. Все, Блонди, удачи на тебе дороги, мы тебя ждем обратно. Все, я еще вернусь. Да, давай, а где Толик? Всем пока. Пока. Все, мы ждем на тебя видеоотчет. Как ты будешь ехать? Все, Блонди поехала. Ту-ту. Блонди вернется. Все, Блонди, до встречи, мы не прощаемся. Все. До свидания. Аня, всем пока! Своей семье передавай привет огромный. Все, ребят, Блонди поехала. Еще раз поцелушки. Обнимашки. Все, пока. Всем пока. Пока. Все, не плачь, мы тебя... любим. Давай. Давай. Все. Тут Блонди поедет. Все, сейчас. Боже мой, это так трудно, капец. Очень печально. Блонди даже не видно. Все, не радуйся. Я скучаю. Все, везде плачь. Не будем, не переживай. Ты тоже не плачь. Ну, давай. До встречи. Радует то, что Блонди уезжает только на некоторое время, и она обязательно вернется в Испанию к ребятам.
Ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я вам желаю всего наилучшего. И, конечно же, не забывайте ставить колокольчики, чтобы не потерять крутые новости о сериале «Леди Диана» и о самой «Леди Диане». Ну и всем пока-пока, до скорой встречи в новом видео.